Мы решили на выходные уехать в Остушевин, в Швецию. Дети катаются, играют. Я рада, что они от телека отдыхают почти все лето. Вот. И я такая какая-то, глаза отекли. Вчера взяла от Clarins такой пробник масла для снятия макияжа. Сняла с глаз макияж, все классно. Утром встала. А, и вечером еще так начали глаза чесаться. Я думаю, ну пройдет. Утром встала, все глаза кошмар, как опухли. В общем, я этим маслом больше глаза протирать не буду, хотя написано, что супер-пупер там. Вот. Так что аллергия, походу. Наше место и, конечно же, хомяк. Сейчас поедем в город. А потом будем гриль здесь делать. В общем, муж собирается. Народу не так много. И это даже хорошо. Сегодня сумка со мной. И мы сейчас по кафе. Таком, ну, в парке обычно здесь, но в Остушевин парк. Здесь гольф. Красота. Мои играют в гольф там. Бегают. И погода хорошая. Сегодня дождя нет. Тепло. Посмотрим, что завтра будем делать, не знаем. Хотя тучево. Красота. Хотела сфоткать клумбу, а нажала на видео. Такая красота. Там вон ресторан там. Мы сейчас воры поели в ресторане, был дождь, вот, в ресторане гамбургеры, в общем, поели, но тоже было вкусно, спортивный гамбургер самый лучший. Вот, красота, люди до сих пор тренируются на велосипедах, а не на лыжах, а мы просто заехали посмотреть. Прогуляться. Затарились сегодня в магазин. Там сегодня продавали этих красных раков. Сегодня купили. В общем, хлеба купили всякого. Там йогуртов и конфеты домой. Сегодня едем. Здесь, конечно, красиво. Не поснимала я вам, но я вам снимала давно. Так что город вы уже 100 раз видели. Но такие красивые домики стоят. Мне нравится. Очень уютный город. Вон там на зимой все катаются на лыжах, да, а сейчас там сделали дорожки для велосипедов. В общем, все поднимаются вверх и катаются вниз на великах. Много так и детей, и взрослых. Здесь маленькая школа у них. Вот. А мы были вчера в Остушевин. И, в общем, мы купались вчера в бассейн. Такой хороший, уютный бассейн был. Нам понравилось, мы прямо оттуда вылазить не хотели. Сначала мы не хотели идти, как бы с Ксенией туда. Вот, а потом как зашли, и выходить не хотелось. И на улице, и внутри было очень уютно и красиво. Ну, отдохнули прямо, и зато потом спали, как убитые после бассейна. Такая красота. Дождь только что прошел, было солнце, потом дождь ливанул, и
Сейчас опять солнцем. В общем, нам все-таки с погодой везет. Мы еще сегодня думали останавливаться, еще одну ночь ночевать, но решили мы, что не будем, а поедем домой. Так, а поедем домой, потому что муж опять на работу уезжает. Хотя бы один дом, один день дом. Сейчас я вам сниму церковь, классный вид. Как вам приблизить это все? Очень красивый вид тут. Жалко, что отсвечивает. Видите, какие горы. Красота. Не знаю, вот видно вам здесь, не видно. Вот, вот красота. А? Я выкану гад. Все, пытаюсь вам заснять красоту. Ну вот солнце неправильно падает, никак не заснимешь. Ну, надеюсь, потом просмотрю, может, будет все-таки видно. Так. И вон там наш дом на колесах стоит. Мы припарковались. Хотя никто не хочет домой. Ни на работу, ни в школу. Все хотят продолжать. Мы в этом году очень мало были на кемпинге. И думаем, еще как-нибудь съездим какие-нибудь дни на выходных. Потому что дети очень любят кемпинг. Муж говорит, они выросли. Я смотрю, что им нравится. Они сами говорят, что они не выросли, им нравится. И поэтому нужно будет еще раз съездить. Даже осенью можно. Вот. А мы с Ксенией вчера, позавчера ходили по магазинам, мы ничего не купили, кроме крема для рук и хайлайтер один такой от Эльф попробовать. В общем, надо нам в Польшу опять. А на кемпинг детям нравится ходить в зоопарки, бассейны, какие-нибудь походы и находить что-то интересное. Какие-то интересные места. Ну вот, дошли мы. Сейчас едем домой. Но это еще не все. Разбирать я не буду, так что еще раз съездим. Хотя здесь домиков понастроили классных. Тоже снимать можно. Но нам нравится в нашей Вогне. Доехал куда хотел. Сегодня, кстати, воскресенье. Сегодня в Оре были открыты все магазины до 4 часов. Я даже удивилась, мы сегодня с детьми успели там пройтись. Я даже не думала, что сегодня будет все открыто. Какая красота. Поехали мы. Такие хорошие. Обнимаются, целуются. Ну, вы перестали, говнюки. Давайте, я вас снимаю. И что это? Целуйся, давай.